Maizo M2 будем сбрасывать Flame аккаунт. Сразу скажу, будем сбрасывать с помощью MRT-кея. MRT-донгл. Вставляем его в комп. Запускаем саму программу MRT. Я перехожу на старую версию 2.60. Здесь выбираю Meizu. M2 вот. Remove аккаунт. Так, перепроверяем. M2. Remove аккаунт. Здесь все оставляем. Нажимаем старт. И теперь подключаем телефон к USB кабелю зажатыми кнопками громкости плюс и минус. Поставятся драйвера. И пойдет полный ему hard reset со сбросом аккаунта. Все. И вот здесь дожидаем, пойдут строчки. Главное, телефон подключаем в режиме плюс и минус зажимаем. И тогда подключаем его. В выключенном, естественно, состоянии.